Российское гражданство террориста-смертника, который взорвал себя в вагоне метро Санкт-Петербурга, аннулировано. Об этом сегодня заявили в МВД. Выяснилось, что отец Акбаржона Джалилова, выходец из Киргизии, при получении российского паспорта в 2009 году предоставил заведомо ложные сведения. Таким образом, принятое тогда решение сейчас отменено, как соответственно и отменено решение о получении гражданства его сына. Джалилов-младший стал россиянином исключительно на основании ранее одобренного гражданства его отца.